Всем привет, дорогие друзья, с вами Мошт, и мы продолжаем играть в Dead by Daylight. В серии снова не было определенный период, но на это есть своя причина, опять-таки. Наконец-таки доехал мой микрофон, информация о нем будет, если что, кому интересно, в группе. И сейчас осталось собрать небольшую комплекцию для него, чтобы уже можно было полноценно снимать качественный контент, так сказать. Здорово, здорово. Понятно. Какая хитрая. Ну ладно. Собственно, сегодня у нас есть небольшая цель, а именно, нужно как можно больше выживших помучить бензопилой. Именно бензопилой. Ну, это получит у нас прям сразу, и сзади нее у нас еще Кладет сейчас прячется. Ой-ой-ой. Ну, иди сюда, Кладетка, пошли, пошли. Сейчас поломаем дощечки. Да, с этим у меня, конечно, плоховато. И у меня попалась хорошая Тима, и с моим скиллом я тут буду долго мучиться, конечно, но это ненадолго. Получай хитулю. Кстати говоря, разработчики, походу, поправили ударчики, потому что теперь они имеют свое собственное направление. Так. Мне надо... Ой, ее подняли, надо же. Конечно, давай. Я, наверное, ни разу по ним не попаду, потому что я криворукий, но... Ну, кое-как попал, ладно. Хорошо. И то из-за ошибки игрока. Это было весьма странно. Честно так признаюсь, это неадекватно вертится. Кстати говоря, я ее никуда не донесу, поэтому... Лучше скину ее и все. Где ты? Ни хрена себе ты могёшь тут. Ничего себе ты делаешь. Так, теперь ты, парень. Ах! Не умею я это делать нормально. Чё, где ты? Где он? Так, он смотался, да? Ну ладно. Ну нет, однажды я, конечно, должен научиться нормально пилой попадать, потому что пила это самое такое, что и на есть. Ох, тут как вообще их тут много-то все, господи. Пойдем, я тебя заберу с собой в подвальчик. А первую, скорее всего, я тупо не донесу. Давай, плюхайся. Приятного времяпровождения тебе на крюке, а мы идем дальше. Пойдем-ка посмотрим, кто у нас там тебя пытается вылечить. Никто? Никого нет? Ну ладно. Так, у нас тут где-то был парень. Паренек Дуайт. Лысенький в очках. Надо будет его таскать. Ну это ладно. Генератор дальний, по-моему, да. Тут пусто, никого опять-таки нет, окей. Подняли, серьезно? Как вас тут много-то всех, господи. Привет, Дуайт. Что творится-то с пилой? Раньше она такой не была. Почему меня заносит в бок? Я вообще не буду сейчас ей работать. Буду просто их кромсать. Дуайт. Дуайт. Ха.
Хороший ход, но ты не смог. Ты не справился. И будешь наказан. Пойдем на крюк. Пойдем, пойдем. Я всего один раз попал пилой. Господи. Это ужасно. О! Вы это видели? Пилу либо пофиксили, либо... Ну, для нее нужно покупать именно фиолетовое подношение для пилы, либо я не знаю, что это. Ее прям конкретно так заносит в стороны. Либо надо учиться и учиться. Так, куда это вы убежали, мне интересно, может быть... Куда-то сюда. Что, мать его, ты... Куда ты делся? Так быстро. Ладно. Во-во, сейчас пилой нормально работает. Тут у нас никого нет. Кто-то из них был замечен. Зря ты встал, я тебя даже не заметил. А теперь придется полежать. Так, может быть, тебя в дом отнести, кстати говоря? Да, наверное. Валяешься в доме. Очень хорошо. Ну и все, да, тут никого не осталось. Один генератор тут, и они завели ближайший, к сожалению. Что не есть круто. Дуайт, 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 ну куда ж ты бежишь? Какой наивный. Что-то многовато следов, по-моему, там кто-то бежит обратно. По-моему, там кто-то бежит к дому. Прям вот определенно вижу, да. А, но ведь бежали к дому же. Ага, конечно, конечно, конечно. Нет, стой. Ты куда? Поднять. Так, и последний был очень далеко, аж в противоположной стороне, поэтому сейчас мы этого подвесим. И пойдем искать уже того. Если, конечно, он не сбежит в Лючевский. Так, тут полная шкала, поэтому можно сейчас его даже не кемперить, не сторожить. Примерно глянуть. Раз, два. Генератор это все тут, хорошо. Ему придется как минимум идти сюда, пока жив его напарник. Так, но пока следов вообще никаких не видно. Кто это у нас здесь? Привет. Так, он прыгает или нет? Здравствуй, здравствуй. Так, где, где, где? Куда он? Ага, прыгнул через дощечку, пошел, наверное, направо, правильно? Нет, побежал прямо. Что? Где он?
Где ты, мать твою, где ты? Успел? Что я, мать его, сделал? Какой же я криворукий? Я просто все испортил. Я просто все испортил, чтобы только мог лежать. Ящики он копается здесь. Хоть я и полнейший рукожоп с этой бензопилой, но бегать за выжившими я еще помню как. Ты повиси, а подружку твою мы сейчас заберем. Хотя, возможно, она умрет от первой, от потери крови, или найдет Лючевский. Но нет, не найдет. Пойдем. Последний путь. К сожалению, всего лишь одного я ударил бензопилой, и то потому что он перестал просто сопротивляться и встал на месте. Ну и такое бывает, ладно. Наказаны. Ну что, ты готов? Все, все четыре выживших были убиты. Криворуким деревенщиной. Нужно будет поставить, честно, на следующую карточку нормальное улучшение для пилы. И посмотреть на разницу. Место упокоения Азарова. На свалке Afterheaven снова Билли берется за работу. Сейчас против меня попалась мощная такая команда из престижных кладеточек, по-моему, Ю. Но я поставил себе хороший аддончик, позволяющий мне лучше маневрировать пилой. Но при столкновении мне будет очень тяжело, потому что я буду врезаться и полчаса ничего не делать. Ну-ка попробуем сейчас прокатиться на ней. Ну так себе, если честно, очень непривычно, очень быстро, я боюсь врезаться. Что ты показываешь на меня? Что происходит? Что с мышкой? Это автоприцеливание, которое сделали весьма не айс. Что ты делаешь? Пошла вон отсюда. Доигралась? Пошли на крюк. Ты себя очень плохо вела. Типа подумала, что я убежал за первой девчонкой. Думала, что можно спокойненько дозвести генератор, конечно. А еще хотела потом доски на меня скинуть сверху. Как некрасиво. Ай, вы что, совсем что ли? Я даже не успел уйти, уже две побежали, нашел одну, вторая выскочила. Что происходит с вами, подружки? Ну вот вам. Тут где-то была еще одна, по-моему. Ну, темненькую я сразу видел, она тут пряталась в кустах. Конечно. Вы меня запарили. Это не кемпинг, я просто хочу отсюда уйти, господи. Девчонки, отпустите меня.
Можно я хотя бы хоть чуть-чуть отойду отсюда, там за вами где-нибудь вы спрячетесь? Я еще кого-то заметил. Что? Неплохо. Очень неплохо. Так, вижу их. Обеих. Одна налево, другая направо, пойдем за левой. Так, 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 где же ты, где же ты, где же ты? Ага, вот она, вижу, 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 маленькую убегает. Подружка? Подруженька, ну где же ты? Я тебя слышу. Она еще и заманивает меня в себе такая. Иди за мной. Ты охренела что ли совсем уже? Издеваешься надо мной? Думаешь, можешь это делать? Я ж тебя... Рано или поздно доски кончатся, слушай. Так, она там прыгнула через дощечку, да? Перелезла. Лежать. Так, я там кто-то проехал. Так, у них, походу, жесткий темплей, потому что она ползла к дощечку. Успел, успел, успел. Так, ну-ка давай генератор. У них очень такой странный темплей на самом деле. Здрасте. Потому что они прям в наглую начинают подходить. Вон она прячется, прям просто не стесняется. Ей просто все равно, он и еще одна побежала. Как вы так можете вообще делать? Вы что, девчонки? И просто толпы. Лежать. Вот это вот самое, наверное, кровавое, что только есть. Вот, мне такого давно не было, что я настолько жестко всех наказываю. Ну, блин, я не понимаю, зачем нас вот таким вот образом помогать своим напарникам, вы их подставляете себя тоже. Я, к примеру, хочу уйти, но они заставляют меня оставаться рядышком. Но я же не такой слепой, подружка, я же тебя видел. Что, мать его, это было? Вот так, хорошо. Там ту уже спасли, а эту мы забираем. Пойдешь в подвал, не? Конечно же, ты хочешь в подвал, пошли. Все равно это ближайший крюк. Из подвала, я думаю, ты понимаешь, что тебе уже не вылезти. Ни так, ни сяк. Я надеюсь, не будет таких рискованных людей, которые пойдут в подвал. Я уже увидел одну такую. Вы серьезно? Хотя неплохой сейчас я сделал ход, типа отвернулся, а на самом деле напал, мне понравилось. Так, тут были прям доски, она могла на меня их скинуть, но не скинула. Окей. Вторая умирает, и пока я ловлю эту, кто-то должен был пойти к крюку, да. Ну хорошо. Эта девчонка убежала, эту я поймал. Наверное, неприятно, да? Давай, прыгай на крючок. Вторая висит. Вот до чего доводят ваши спасалки, малевушки. Это дальняя. Где ближайшая, которая должна будет ее спасти? А, она уже умерла, господи. Наверное,
додумались, что нужно делать деньги, а не страдать фигню. Если поймали одного, ну... Блин, ну поймали, поймали. Опа-на, опа-на. Куда это ты убегаешь? Я тебя вижу. Тебе не скрыться. Здравствуй, здравствуй, красавица. Ой, какая ты хитрая. Так, сюда она не пробегала. Но вот тут она была. Пойдем со мной. Пойдем, пойдем. Так, где может быть последняя, я не знаю. Скорее всего, она уже сидит где-нибудь у люка. Ну да, я бы так и сделал. А вот интересно, где люк? Так, ну ее единственным шансом окажется люк только. Здравствуй, Люк. Интересно, а где подружка? Где-то же по-любому здесь она прячется. Где-то здесь. Она должна была видеть его, когда заводил гений здесь. Я, конечно, не буду прям жестко его гемпередером стоять под люком, но... И далеко от него не буду отходить, хочу воровать ее поймать хоть раз за шкирку. Потому что вот так вот стоять тоже некрасиво по отношению к игроку. Вот сейчас у нее шанс есть хороший. Который она упустила. И, в принципе... Так, ну где же она может быть? Возможно, она ищет этот самый люк сейчас. А вот и она бегает, бегает в поисках люка. В надежде, что ей это поможет. Я видел тебя. Ой! Где ты? Куда она делась? Куда она делась? Я надеюсь, она побежала к люку, и сейчас она спасется. Это будет очень качественный развод. Прям грамотнейший развод будет. Побежал в эту сторону, да? Ну ладно, дам тебе спастись, ты честно сражалась, поэтому спасайся. Очень насыщенная катка, просто перенасыщенная катка. И почти собрал две капли, кстати говоря, очень неплохо. Поэтому пусть выживет. Она боролась достойно, она смогла меня под конец развести. И я так понял, что она играла в генераторы, а не пыталась всех сразу спасти и квантовый костюм. Поэтому, в принципе, пусть живет. Я думаю, тут стоит дать шанс на жизнь.
как прям в пиле. Нет, ну вот это, в принципе, мне больше понравилось. Получается 9 из 11. Уже пройдено. Остальное останется всего лишь добить и получу 11 500 флотпоинтов. Это уже будет прям гениально круто. Ну а сейчас для разнообразия добьем все это выжившим. И вкачаем его вот этими вот очочками. Погнали. А вот, собственно, и дуайтик. Я решил взять ему такие вот перки, которые вы можете видеть. То есть для небольшого такого тимплея, чтобы видеть союзников, потише бегать, повыше была скорость починки генератора, ну и само собой осколок. В руки взял себе желтый фонарик с зелененькими улучшениями. И подношение на, по-моему, 75% альтруизма. Очень странно ломать крюк, который через 5 минут восстановится, и сейчас сюда маньяк придет. Не знаю, зачем она это сделала. Майкл. Скорее всего, Майкл. Потому что сердцебиения до сих пор не было. Это очень странно. Либо у маньяка уже есть цель. И он сейчас за ней бегает, либо это Майкл, но... Билли. Привет, Билли. Оу. Серьезно? Глупый дед, он помешал мне ослепить маньяка. Своей спиной. Блинный потратил чуть-чуть заряда. Так, нифига себе, она дочинила его. Здравствуй. Господи, хорош издеваться над ним. Эй, привет! Что это было? О, господи, он тоже промахнулся с пилой. Ладно. Я не знаю, почему, но у меня уже почти полная... Ай-яй-яй, игрок ранен у нас. Надо подхилить парня будет. Блин, дед, не мешай! Дед мешается. Очень сильно мешается дед. Ну вот. Спасибо деду. Ага, конечно. Серьезно? Черт, лечим, ребята, лечим его, лечим. Так, ослеплен, хорошо. Помогите вылечить его, помогите. Нормально, нормально. Все, он ушел за дедом. Так, ты беги. Что? Почему доска не сработала? Этого, честно, я не понял. Я слишком рано, что ли, это сделал? Ну ладно, ну это весело. О, да, я мистер Кемпер. Серьезно? Бегите. Угу, конечно, конечно. Дед, беги, дед, пожалуйста, дед, беги.
Дед, пожалуйста, не носись тут, дед. Дай, дай я тебя вылечу. Че по мне урон не проходит, мне интересно. Серьезно? Вот теперь мы как спасатели Малибум. Нормально, все нормально, нормально. Не переживайте. Ага, конечно. Странный, конечно, парень. Прям жесткий кемпер, поэтому... Поэтому, ребят, погнали все вместе. Давай, 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 давай. Дай спасу, дай спасу. Беги. Все, ребят, сваливаем отсюда. Так, лечимся, 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 лечимся. Прости. Вы там, по-моему, парни не долечили, да, мы? Ну ладно, сейчас долечим. Просто все друг друга лечат, господи, что происходит с этой картой. Так, Джейк. Джейк, лечи. Так, а Джейк, я так понимаю, не хочет долечить нас никого. А, он вылетел, господи, бедолага. Моя ошибка, мой фейл, мой косяк. Окей. Что, он пошел за мной? Реально, он пошел за мной? Господи, что за бред? Что он делает, этот маньяк? Так, ребят, я снова с вами. Не знаю, успеют ли они меня вылечить или нет. Скорее всего, успеют, потому что маньяк реально что-то фейлится. Окей. Ну, к сожалению, потеряли мы одного другана, потому что он вылетел. Так бы бегали бы вчетвером, но это просто качественный развод маньяка. Это, я не знаю, это лучшая катка. Вот первая была не очень, а вот последующие две за маньяка и за выжившего мне безумно сейчас сильно нравится. Так, где он идет? Ну, скорее всего... А, он где-то в домике, наверное, бегает. Все, у меня полностью шкала заполнена. Связанная с храбростью. Зачем мне в шкаф? Я в шкаф не пойду. Что он творит? Давай чини денег, не халтурь. Давай, опа. Еще чуть-чуть, сейчас добиваем генератор, остается последний. Я думаю, что, мне кажется, еще кто-то один из нас погибнет, потому что маньяк, в принципе, такой жлупенький, а досок все меньше и меньше. Мы слишком много потратили времени на развод маньяка. Вон там геник. А он и маньяк. Побежал за нашим парнем. Вроде бы. Странный звук, конечно. Что с маньяком происходит? Ты что делаешь, дед? Глупый дед, очень глупый дед. Безумно глупый дед. Это было? Вы это видели? Ну
Конечно, дед меня подставил, да? Угу. Доигрался? Я доигрался! Я доигрался! Я доигрался! Дед, а все ты виноват, дед! Что он делает? Господи, дед, хорош! Окей. Он вообще идет за мной, нет? Да, идет. Как миленький. Что-то я даже не знаю. Пока что все было легко. Так, оставалось найти своих тиммейтов. Так, пока маньяк там, скорее всего, мои тиммейты там. Друзья, вы где? Друзья, где вы? Мне срочно нужен хил. Вижу. Так, я не буду как дед, я хочу, чтобы меня подхилили. Подхили меня. Что ж ты делаешь? А, ух ты, даже извинился, нифига себе, Лимба. Красавец просто. Игрок вообще обалденный, на самом деле. Спасибо. Ничего нового. Ай-яй-яй. Я пока постараюсь добить генератор. Как смогу, хоть чуть-чуть. Хоть у меня уже полностью две полоски забиты. Они уже вдвоем ранены, черт, один я делаю гений. Я промахнулся, боже, балбес. Сява меня лечит хорошо, сейчас я его подлечу и нужно будет быстренько доделать генератор. Я очень сильно профейлился проходом. Там, конечно, маньяк тоже фейлис, бьется вообще подряд, но... Даст... У меня максимально уже альтруизм, господи! У меня сейчас все 4 будут максимальные. Так, все, маньяк отвлекает, а мы бежим. Дед снова получил. Иди сюда, я тебя подхилю. Лимба. Так, давай. Хоть мне реально все уже на максимуме, мне уже очки некуда вкачивать, но... Дед, держись. Я понял. Нет, не в шкаф. А, она же не понимает. Она не понимает то, что дед отвлекает. Давай. Нужно допилить денег. У меня остался последняя характеристика цели, ее добить до максималки, и все будет хорошо. Давай еще чуть-чуть, подружка, и... Очень хорошо. Остались ворота. Что она показала мне? То, что, ну, как бы, там тоже есть ворота, да, но... То, что она пошла туда? Или что? Так, нужно сейчас будет проследить, чтобы дед выжил, потому что дед очень сильно помогал. Так, одна доска есть, вижу уже.
Где же дед? Нужен дед. Так, доска тоже есть, уже отлично. Беги! Что он делает? Он типа такой контролер, что ли? Ты серьезно? Это была реально потная катка. Ну как потная, она была очень веселая. Но ручки вспотели, конечно. Да, полностью две шкалы заполнены. 29 тысяч поинтов, 29 тысяч. А что у деда происходит? А, нормально все с дедом. Дед тоже спасся. Ну что, друзья, на этом, наверное, все. Я надеюсь, вам понравится. Интереснейшие катки, реально, потому что такого у меня давно не было, такого вот именно интересных, таких интересных моментов, напряженных моментов. Ну, а если вам это правда понравится, то, конечно же, поставьте лайки, комментируйте, а также подписывайтесь на мой канал и на паблик ВКонтакте. Ну, а с вами был Мошт, и всем пока, друзья, и до встречи. Пока-пока.